Что мне с тёлкой? Короче, я просто была в шапке, и я немножечко залезала. Всем привет! Держи. Димка, брёшки кушает. Брёшек. Я много раз говорила, брёшек. Это просто обыкновенный бисквитик внутри шоколад. Будешь здороваться? Да. Привет всем. Привет. Держи. А я сейчас покажу, короче, мы завтра едем к маме, туда приезжает Дима на крестное, и у нее есть ребеночек, Каролина, ей сколько, 2? Ну и мы купили подарочки ей на Новый год, здесь от мамы и от нас, сейчас покажу. У меня просто такого не было, я когда была маленькая, у меня такого не было. Когда сестра была маленькая, ну как-то ей тоже никогда такое не покупали, и... Не, ну в тот момент, кстати, были такие игрушки, не знаю. Но у сестры моей почему-то такого не было. И у меня мальчуганы, и что у меня? Машинки, парковки, пистолеты, автоматы и все. А тут... Какая красота! Мне, конечно, психует. А, тебе что, девка надо? Ну не то, чтобы мне надо девка, я просто хочу поиграться немножко. Чуть-чуть, я хочу. Короче, смотрите, здесь такие туфельки. Это от мамы. Туфельки, сейчас объясню, покупала я, потому что она везде, где ходила, все магазины закрыты, если кто с Украины, ну, в принципе, в России, я думаю, тоже, у нас локдаун, и все магазины закрыты, но на рынке у нас есть один магазин, в который заходить нельзя, они просто тебе на вынос, получается, показывают, и ты покупаешь, и я купила это и от нас, и от мамы, и, короче, это от мамы, вот такая тут сумочка, туфельки. Колечко какое красивое, браслетик, расчесочка, помадка, типа туалетная вода, очечки, заколочки. Потом вот это от мамы. Не знаю, есть у них аптечка или нет, но Дима у меня очень хорошо играл с такими больничками. Здесь такой большой набор, здесь тоже и очки, и, ну, короче, большой набор. Я показывать, открывать, естественно, не буду, оно все запечатано. А мама, у меня есть очки? Нет, котик, у тебя очков нету в наборе. У тебя свои очки есть, настоящие. Дим, ты мне штатив двигаешь. И вот это от нас. Посмотрите, какая красота. Столик, самый настоящий столик бьюти. Ну, я его собирать не буду, потому что на меня тут кто-то ходит и рвет, что я его сломаю. Но я его открыла, ну как, он тут на скотче, и... Ты смотришь, какое зеркало. Подожди, подожди. Здесь нужно... Отрезать чуть-чуть. Короче, стульчик. Дим, подожди, это не зеркало. Ты спиной стоишь к камере, что ты делаешь? На. И вот такое зеркало. Оно пластиковое. Да. Зеркало. И здесь есть музыка. Да, сейчас я вставлю батарейки. Мы купили батарейки. Фен. Здесь тоже есть батарейки. Не знаю, что сейчас будет. Внутри вентилятор есть. Может быть, будет даже дуть что-то. В принципе, я только ради этого открыла, чтобы поставить батарейки, посмотреть, как оно поет. Ну и знаете, когда ребенок открывает игрушку, сразу ей может играться. Это классно. Они когда просто подарили, и идите батарейки покупайте сами. Тем более, сейчас такое время, что сейчас особо нигде не купишь. В АТБ не продаются, а где их покупать? В Еве, наверное. Ну, я купила в детском магазине. Так. И тут в наборе тоже есть такие всякие штучки. Что у нас тут? Колечко, резиночка, помадки. И получается, я купила вот этот набор. Ну, то, что от мамы будет... Ну, от мамы все равно. Это будет просто все дариться в кучу. От кого все равно. Чтобы было просто больше всяких бьюти-штучек. Сунем батарейки. Я тут села под елочкой. Пока елка стоит, надо пользоваться фоном. Я не знаю, интересно вам это или нет, но мне очень интересно. И у меня есть крестница, я ее тоже как-то хотела купить в этом, ну, на этот Новый год. Но мне кажется, она еще слишком маленькая, и она еще не поймет этого. Но потом я все равно куплю. Я хочу поиграться, буду с ней играться сидеть. Мам, ну что? Ты большая. Большая уже. Ну так и что же большая? Это же прикольно. Ну давай я попробую. Сейчас я закручу. Я ладно? Подожди. Смотрите. Что это? Сейчас. Что, дует? Да.
Ну так, слабенько, но дует и шумит. Прикольно. Ну все, выключай. Давай еще я хочу. Да все, не будем сажать батарейки. Сейчас. Дим, у меня нету батареек. Да он почти не дует, он просто шумит. И все. Это не очень. А как он еще, сильно должен дуть, что ли? Ну да, пускай. Ну да, видно, только нужно помыть чуть-чуть. Не, не помыть, здесь пленочка. Здесь пленочка, мы ее... А как? Куда можно нажать? Кусочек. Куда можно нажать? Подожди. Куда можно нажать? Подожди, подожди. А, здесь хорошо видно, смотрите. Ну, то есть, достаточно. Мы закроем, чтобы оно не поцарапалось. Ну, мы же не будем сейчас собирать. А куда? На сердечко нажимай. Ай, как громко, ужас. Какое оно громкое. Ай, отвратительно. Это что за плач, ребенка? Я думаю, им понравится. Что это не плач? Что это? Ну, это, не знаю, поет. Но это не плач. Не, мне кажется, плач. Вот, смотри. И это получается вот так оно вставляется. Здесь по бокам такие синие завитушечки. И... Тут как-то... И вот здесь открывается такая как шкатулочка, чтобы слаживать какие-то резиночки-заколочки. Короче, я счастлива просто. Подарите мне кто-то такой. Нет, мне, пожалуйста, Лего. Огромные наборы Лего. И мне наборы Лего. Да, мне, чтобы я их собирала, а Дима, чтобы ими в дальнейшем игрался. Я обожаю Лего. Я тоже. Огромные какие-то. Ага. Ну это вообще... Думаете, вот это кукуха поехала. 25 лет. 24. Она радуется. Так. Мам, нажать? Не надо. Давай. Давай. Ну и вот получается стульчик. Мам, нажимай. Подожди, ножки. И вот здесь будет стоечка, но она где-то внутри. Я доставать, собирать не буду. Мам. Мама, нажимай. Иди сюда. Смотри сколько. Да. Мам, иди сюда. Подошла. Иди. Нечего. Да ну, Дима. Так, Дим, я не в тех штанах, в которых была вчера. В этих не надо. А ну, давай еще раз разбегу. Дима, все, я тебя буду засыпать теперь. Ой, чуть не упала. Все, пошли. Дима, идем домой. Пошли домой. Пошли. Пошли. Ну хватит. Пошли. Возле дома там попрыгаешь. Дима, там колеса. Я чуть не упала, я только понял, это колеса. Идем. Чуть-чуть. Зачем ты их сниму? Все, замерзли уже? Нет. Нет? Нет, я трусы. Вот что означает, когда снег, и забираю Димку в садик, и он весь надуреет, домой приходит полностью мокрый. Все, ты на отдыхе? Да, ты на отдыхе? Я еще хочу прыгать. Дима, а если тут собачки в туалет ходили? Главное, на желтый снег не прыгай. Главное, на желтый снег не прыгай. Да, кто-то нарисовал. Вот это дурбец, Алла. Дима, ты в садике не нагулялся? Он же торчал. Из-за очков, получается, у него торчат уши. Всегда. Да? Вставай. Нет, не давай, еще хочу. Снег блестит? Блестит. Так, телефон только не обсыпай. Дим, пошли домой.
когда-то было, выпало настолько много снега, что мы выходили, а снега было где-то аж вот так получается, по вот этот борчик, если не выше. Я вот сейчас фотку вставлю, когда было очень много снега, и ничего не работало, мы сидели дома. Прям в лицо, Димон. Так, все, уже перчатки мокрые. Что? Кольнуло? Так то снег, наверное, кольнул. Король. Король? Кого? Снега? Да. Король снега? Король снега. У нас сейчас дома воды нету. Ага. Представляешь? И как этот король снега будет отмываться? Ай-яй-яй. Я тоже так вот думаю, что ай-яй-яй. Нагребай в карманы снег. Будем дома руки мыть снегом. Я пошутила. Дим, пошутила. Дим, завтра куртка будет мокрая. В садик пойдешь в кофте. Давай. Пошли домой. Это, а сейчас же король. Мне нужно дать одеялко такое же. Дим, ну это же не песок. Ну и что? Классно, вот этот костюм фирма Бруге. Он непромокаемый. Это лыжный костюм. Обалденный, я ему на следующий год хочу такой же. Это он в том году в нем ходил, и в этом году еще нормальный. И он вообще не промокает. Вот как он сидит, у него и обувь тоже она как термо, лыжная. Тут только перчатки у нас неудачные. Перчатки, конечно, промокают. А так он абсолютно в нем не мерзнет. И вот то, что он и так лежит, у него там все сухо. Мы даже в том году были на Захаре Беркуте. Это гора такая есть. И там, по-моему, было минус 15. Но это не самое холодное, что там бывает. Там бывает и минус 30. Но при минус 15 и при ветре он вообще не замерз. Так что костюм обалденный. Да? Так. Идем.